таким диким. Хоть и не слышу носом, а нюхаю. Ну чё, замолчала, мам? Поговори ещё. Ну как мне с ними расставаться? Нет, я не расстанусь. Не расстанусь. И умирать буду с цветами. Вот так. Ой, мам. Тогда до Розов. Пойдем до Розов. Ой, подожди, 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 подожди. Вот всех бы взяла, приголубила бы до себя. Вот до того люблю цветы, не знаю как. Вот ну как их не любить? Как их не любить? Такие красавицы. Они душу мою радуют. Аленький цветочек. Живей, помирать не надо. Курорт настоящий. Куда-то едут. Вот дома можно сделать курорт. Они едут на Красное море. Вот Красное море около меня. Игорёк отцветает. А вот уже гладиолусы растут. Уже метёлку выбросили. Скоро зацветут. Ох, а вот не собрала. Надо собрать. Отцветает Игорёк. Ну чё, пойду отдыхать, хватит. Вот видишь, какие, ну как вот их бросить? Малуза, вон как цветёт красиво. Вот, и вот не собрала, вот курица слепая. А это душа моя, красота. Видишь? Ну, всякими переливами. Как так? Куда ни глянь, все цветет. А вот это она, Зоя, мне кажется, это раньше называли гвоздика, шафран. А, да, это шафран. У ей листья даже не такие, как у этой в Хохляндии. Все. Все, поговорила. И эти мои расцветут, окошечко закроет. Видишь, какие красавчики. Ну, а деревню-то, ой, моя деревня, колхозница. Моя деревушка-колхозница.
мое детство, моя юность. Это ж моя деревня. Я и утром разговариваю, и вечером разговариваю, как будто бы я у деревни. Как будто это место, где мое детство, где моя юность, где мои деточки родились, как будто бы я там. Ну ладно, все хорошо.